Продолжаем выпуск. Байгали Серкебаев сегодня отмечает юбилей. Лидеру группы А-Студио исполнилось 60 лет. Должен заметить, что выглядит он намного моложе. Предлагаем вспомнить самые крутые вехи в карьере музыканта. Байгали начал с группы «Арай», которая аккомпанировала Розе Рымбаевой, а потом объединилась с казахской «Примадонной» в один коллектив. Затем бенд переименовали в «А-Студио», и с тех пор Серкебаев хранит ему верность. Байгали Ермекович всегда любил музыкальные эксперименты. Так, например, в 2014-м «А-Студио» записали дуэт с Томасом «Невергрин». Я не знал, как ему рассказать, что он охранник. Он пытался как-то издалека, там, ну, looks like some security, он, okay. А он мне говорит, охранник? Ну, а спустя год у Байгали появляется свое детище. Проект The Jiggets. Парней он по-отечески любит, всячески наставляет и помогает покорить Россию. Мы можем веселиться, там, радоваться, прикалываться, делать все, что угодно. Если начинается работа, я превращаюсь временами в монстра. Что касается его семьи, музыкант – папа двух дочерей. Старшая Камила – генеральный директор фонда Ермека Серкебаева, а младшая Сана пробует себя в режиссуре. Она, кстати, сняла клип для The Jiggets. С супругой музыканта был скандал пару лет назад. СМИ утверждали, что мэтр променял ее на молодую модель. И якобы все были в курсе интрижки, но продолжали изображать счастливую семью. Кроме того, в начале этого года в ресторане музыканта обнаружили подпольное казино. Байгали опроверг эту информацию, сказав, что двое ужинающих просто играли в дурака. Вернемся к юбилею. Как его отпразднует артист, неизвестно, но вряд ли будет что-то грандиозное. Вы знаете, я вообще не очень люблю дни рождения свои, особенно юбилей, поэтому я как-то к этому так отношусь абсолютно спокойно. Я даже никогда не думаю, сколько мне лет и когда будет день рождения, и не жду его. Для меня юбилей А-Студио гораздо важнее, чем свой личный. Напомним, А-Студио отметили 30 лет серией масштабных концертов.